Всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня у нас такое вот интересное видео, это антигрифер шоу на Numbus сервере. Итак, мы зашли на наш сервер и ищем сегодня грифера, который загриферил мой дом. Ну не полностью, но загриферил, конечно, очень просто. Вот мой дом белый. Так, добро пожаловать на Numbus сервер, приятный гриф. То есть это доказывает, что это мой сервер, команды тут есть мой YouTube. Мой канал, кто хочет, подписывайтесь на меня. Администратор сервера Numbus, то есть вот даже мой ID ВКонтакте написан, ID 53554463. Модератор сервера Макс Дьяков 155, ВКонтакте его нету. Админка 1000 рублей, випка 500 рублей, предметы 100 рублей. То есть предметы, если вы покупаете предметы, то у вас бесконечные предметы становятся бесплатными. То есть любые предметы, то есть как в творческом режиме, у вас становятся бесплатными. Skype администратора Алекс Numbus. Добавляй друзья. Чтобы получить алмазы, пройди паркур, получи 1 миллион алмазов. Выиграйте на Numbus сервере. Администратор Numbus. Ну так что, тут какой-то стоит парень. Ну ладно, сейчас мы начнем играть. Так, ладно, мы продолжаем. И так. Тут мы выходим. И так, надо закрыть. Ладно, он что-то залагал. Так, что у меня тут есть? Есть еды-то. Так, надо поесть. Так, это можно убрать. Так, что-то лодка залагалась какая-то. Ну ладно, залаганная лодка. Я и так доплыву, как бы. Давайте эту. Нет, я это что-то съесть не могу. Ой, еще дождь пошел. Да ладно. Да ладно. Давно что-то на моем сервере не было дождя. Это, конечно, прикольно, ребята. Так, ладно. Мы почти доплыли до моего дома. Еще посмотрите, что сделал грифер на моем сервере. Итак, что мы делаем сейчас? Так, залезаем сюда. Вот такой вот специальный домик у меня. Залазил сюда. Ой, нифига, он взорвался! Сейчас мы про... Так, что такое? Он взорвал мой дом. Крипер взорвал мой дом. Охренеть. Ладно, но это еще не самое главное. Заходим в мой дом. Заходим сюда, здесь только админ может зайти. Не знаю почему, это какой-то глюк. Охренеть. Криперы. Это криперы, ребят. Охренеть. Охренеть, он идет за... Они идут за мной, блин. Что делать, что делать, что делать? Так, ладно. Они сейчас все взорвут у меня, блин. Так, ладно. Я лучше зайду в админку все-таки, чтобы меня не мочили. Сейчас подойти. Итак, я обновил игровой режим. Теперь я нормально могу двигаться. В общем, что сделал этот грифер? Тут, короче, у меня стояли вещи. Такие просто в ящиках. У меня здесь стоял где-то, вот, три обычных ящика больших. Он, короче, их всех сломал. То есть они просто у меня были, я их переносил в тот дом. Просто у меня в доме не было места. Кстати, вот мой дом. На моем сервере. Так, вот. Тут есть у меня все. То есть здесь у меня есть все вещи. То есть они никакие не зачарованы, никакие. Так, ладно. Идем сюда. Так. Здесь тоже есть комната у меня. Так, здесь у меня эти как их. Зелье невидимости. То есть у меня тут зелье есть. Так. Так, давайте. Идем сюда. Так, здесь у меня предметы, то есть все мои. То есть у меня есть. Я пшеницу выращиваю здесь. Так, ладно, давайте пробежимся здесь. Немного. Так, вот здесь я выращиваю пшеницу. То есть здесь пшеница. Так, ладно. Так. Паук. Ладно. Вот здесь я выращиваю тоже пшеницу. Я, конечно, не видел. Вот здесь пшеница есть. Ну, короче, вот здесь есть просто бассейн. То есть он где-то на 3 блока. Всего лишь туда можно упасть. И у меня есть своя админская такая руда. Руда нужна, чтобы там накопать алмазов, накопать других каких-нибудь предметов. Короче, это все можно накопать. И там, конечно, далеко копать. Там где-то я сделал 10 блоков, но они опять генерируются заново.
Поэтому выглядит, конечно, круто. Так, давайте вылетим. И надо найти сейчас уже крипера. Грифера. Так, не знаю, как это получилось, но он сломал мой дом почему-то. Ладно. Так, здесь есть. Так, вот он. Дом этого грифера. Так, что мы с ним делаем? Он должен быть там вообще, по идее. В доме. Давайте заранее возьмем вот это вот оружие наше. Алмазный меч зафиксированный. И вот он стоит. Ладно. Так, сейчас, быстро. Я не люблю сидеть в админе, потому что это не круто. Ладно. Заходим. Зачем ты это делаешь? Блин, у меня стал мочить. Мочить, зачем? Блин. Ты что творишь? Я не грифель на кого, я. Ты что творишь? Ты играл нормально. Ты что делаешь-то? Зачем ты? Ты что? Не надо. Ты чё, блин? Грифер тупой, ты чё делаешь? Я тебе все здесь поломаю сейчас. Пожалуйста, ну не ломай, пожалуйста. Вот тебе, блин. Да я не грифер. Твой домик, блин, сломан. Так, ты попала, короче, в мой антигрифер шоу. Ты даже не одну. Ну. Сейчас, короче. Ты какой-то дебил, не надо ты, ломать. Короче, у тебя будет ломаться дом. Я не грифер никого. Короче, я ты сломал дома, мой дом. Ты сломал вещи на моем доме. Ну, ты слушаешь что? Вообще? Парень. И что? Ты слушаешь, да? Ты сломал вещи в и моем что? Доме. То есть ты загрифил мой дом. С помощью липкого поршня. Точнее, не я липкого, говорю, а обычного поршня. И блока. Был. Ты сломал мою дверь, иди, зашел гуляй. В мой дом. И то есть в доме ты уже надо ломал мои дом. Вещи. А сегодня вот я хотел снять это на видео. Ладно, все, да, я грифирил. Ты, наверное, знаешь. Там в правилах да. сервера написано, да, то, что я могу снимать да. на своем сервере все, что захочу. Да? Итак, я твой так как я грифер. Я могу сейчас проверить, сколько у тебя сейчас вещей. Нет. И проверить, грифер нет, нет, нет. Смотри. Ну, блин, открывай, вот, смотри, не у надо. Него не сколько брони. Дом. Вот еще броня. Ну, блин, вот пожалуйста. Еще броня. Не броня. Ломай, пожалуйста, мой дом. Броня. Ну, блин. Еще одна броня. Ладно. Ты куда шел-то? Я тебе сломал вот эту всю штуку твою. Пожалуйста. Смотри, вот. Я ее сейчас ладно, короче, делай, что хочешь, я все тебе меня, да, я сейчас новый все дом сломаю. Себе тебе потому что это не нужно. Это мой дом. Ты зачем грифер у меня? Это мой смотрите, дом. Смотрите, еще. Вот это, смотрите, у него еда. Да, смотрите. Это мой дом. Ты точно, пацан, я ты точно сам кого-то построил. Загрифферил? Это я не знаю. С другого это аккаунта. Просто какой-то... Ты, да. Ты гриферишь людей, смотрите. Ну, у него привет. Сколько алмазов здесь. Ну, смотрите. Пожалуйста, у него все зачарованное. Дом. Откуда ты это взял? Пожалуйста. С таким домом и у тебя все зачарованное. Как так? Это не твой дом. Зачем ты его ломаешь? Ты что? Нет, куда нет. Ты взял этот дом? Пожалуйста, не смотри, надо, все, не надо, все, я же говорю то, что ты да, смотри, я загрифферил грифер. Меня. Надо им трогать твой дом, скайпер, пожалуйста. Как ты заметил. Блин. Я узнал, где ты живешь, где твой IP. Зачем? Зачем? Не надо, зачем? Я знаю все про тебя. То есть, ты сейчас будешь ну, ладно. Говорить. Зачем, зачем ты ломаешь мои вещи? Не надо. Меня? Не надо, пожалуйста. Загрифферил мой дом. Не надо. Зачем ты загрифферишь вообще у... Да ты дурак какой-то, блин, я же сказал, зачем? Ну да, я грифер, но не надо ломать мой дом. Ну, и в общем, пожалуйста, в конце, пожалуйста, не я надо. Сам это мой дом. Блин, ну хватит, хотя, ладно, блин. Что, ждать уже. Давай я сделаю так же, не как ты не надо меня делал. Банить. Короче, смотри, ты блин. Делал вот так как-то. Ты брал, не ломал банить. Просто дверь. Ты ломал просто дверь. Нет. Ты вот так вот надо. Ломал ее. Все. Не надо. Не блин, блин, видишь? Блин. И теперь смотри, как я делаю. Смотри, беру вот так, хоп, вот твоя броня. Нафиг когда ладно. Очень глупо. Вот смотри, это все твое. Это твое, друг. Это все вот это все твое вылетело. Короче. Куда ты пошел? Вот смотри, вот это все твое, все ломаю. Тебе это не нужно, потому что смотрите, сколько у него предметов. Охренеть просто. Вот это все его. То есть, смотри, вот я могу насобирать здесь. Мне даже этого не хватит. А, хватило. Блин. Хватило. Зачем тебе столько вот этих вещей? Вот, смотри. Блин. Я ломаю твои картины. То есть, раз. Надо, пожалуйста. Все. Надо, пожалуйста. Ладно. Теперь надо, давай я пожалуйста. Беру, потому что мне это как бы не нужно. Ладно. Надо, пожалуйста. Так. Вот это как бы мне не нужно. Вот это надо, нужно. Пожалуйста. Смотрите, сколько я у него вещей забрал. Это просто, ребят. Ладно, короче, я сейчас ломаю твой дом, и все, и разбегаемся. Так, вот это я ломать не буду, потому что это собственность сервера, как бы. Я же говорю то, что да, я грифер. Надо им ну, трогать короче, мой дом, пожалуйста. Твой дом ломаю. Я же давай, говорю друг, то, что пока. Да, я грифер.
И надо ты зачем вот грифил? Не грифил бы я, а жил бы вот в этом доме. Нет. Ладно бы ты загрифил другого человека. Зачем? Зачем? Не еще. Надо, зачем? Он бы это с тобой разговаривал, но ты загрифил ну, мой ладно. Дом. И как все. Бы. Это как зачем бы. Зачем ты ломаешь мои вещи? Не это, надо. Это. Ты загрифил дом админа. Что я тебе могу делать? Забань. Блин. Но я не просто забаню, я сломаю то, что ты сделал. Зачем? Зачем? Если, конечно, не надо, зачем? Правда, твой дом, то вот я его сейчас загрифил. Ладно. Сам уже. Все. Зачем ты ломаешь мои вещи? Вот так я его сейчас надо. Сломаю. Ты потому что не надо было грифить, друг. Это надо понимать, потому не что... Не надо! Не надо! Ты неправильно сделал. Ты мешаешь играть другим людям на сервере. Потому что мне жалуются на разных игроков, то, что они грифируют. Мне это потому что не нравится. Как-то на моем сервере гриферы как-то мешают моим не надо. Играть, и они выходят с моего сервера и идут на другие. Это неправильно. Потому что как бы я здесь как бы сервер-то оплачиваю вообще. Чтобы играли на нем люди, а они как зачем бы не зачем ломаешь вообще мой дом? Так что это не круто. А мешаешь ты вот такие как вы? Зачем? Поэтому ты попал в мой я первый не выпуск никого, я антигрифера шоу. Зачем ты? Поэтому... Не надо. Да. Не ломай его. Я тебя сейчас здесь забаню, но я тебя забаню не навсегда. Я тебя забаню здесь. Пожалуйста, где-то не на ломай, неделю. Пожалуйста. Короче, я не после недели ты приходишь, извиняешься передо мной, перед всеми. Короче, все равно ты не сломаешь, перед даже кем не ты одни. Вообще. Ну, короче, ты, то, что ты дебил, не сделал, надо ломать. Я не грифил никого. Извиняюсь перед моими я не ломал ничьи дома, давай. Хотя, ладно. Ты же ничего ну не делал что? Тогда. Ты извиняешься, во-первых, перед теми людьми, которых ты загрифишь, которые ты отнял что? Предметы. Что дальше? И то, что они вот покупали свои предметы. Вот. Я тебе говорю, я не грифил. Ты просто дома их воровал. Я был. Ты грифировал дом. Иди гуляй. Ломал его. Куда-нибудь. Сидел. Надо ломать мой дом. Короче. Ну, ладно, ладно. Ты все понял. Ладно, все, да, я тебе сейчас даю бан. Точнее, не бан, а да. Тип на неделю. Да, я грифил, да. Ты потом приходишь, как я уже сказал, ты да? уже... Я твой дом не грифил. Вот. Нет. Извиняешься. Нет, нет. Вот и все. Ну, блин. Ладно, давай не тебе надо. Баню, короче. Не ломай мой дом. Давай, короче, пока. Ну, блин. Удачи пожалуйста. Тебе игры на других серверах. Ну, ломай, пожалуйста, мой дом. И не грифери больше, а то... Блин. У меня на всех серверах, в общем, друзья, есть. Ну, в общем, как-то так. Давай, все. Пока. В общем, ребята, я загрифировал его дом. Смотрите, что я из него сделал, из его дома. Точнее, это, наверное, точно не его дом был. Но все равно, как это можно было загрифировать? Смотрите, вот, что это такое? То есть, вот. Он загрифировал мой дом, он сломал мои вещи. Я знаю, потому что это он, потому что у меня как бы на сервере стоит, кто пытался зайти в мой дом. Это, типа, от грифера защищает. Такой вот плагин для сервера. Название я скину в описании этого мода плагина. В общем, эта штука, короче, она делает, короче, твой дом, ты выбираешь свой дом, то есть его делаешь, то, что это твой дом, авторизируешь свой дом, короче. И потом ставишь уже на него защиту. То есть ты, например, вышел из сервера, заходишь, и там тебе пишут уже в чате, кто заходил в твой дом, кто вообще был в твоем доме. И именно вот этот человек был в моем доме. И, как видно, я проверил, он заходил полностью в мой дом, он что-то брал там, он изменял мой дом, то есть мою карту, как называть это. В общем... Я решил загрифить его дом, как бы, вот это вот собственность, вот эта вот земля, это собственность сервера, как бы. А то, что на нем стоит, это как бы его дом, это ладно, ладно, как бы. Короче, вот как-то так, ребят, будет со всеми гриферами на моем сервере, потому что не надо мешать играть, как бы, другим людям. Ну что же, я могу еще сказать. Подписывайтесь на мой канал Нубас, ставьте лайки, подписывайтесь. У меня ВКонтакте,
как я уже сказал, 1.53, 55, 44, 63. Заходите на мой сервер, ну, баст-сервер в Майнкрафте. Работает на всех версиях, то есть от... то есть 1.8 и дальше там версии. Все работают. Так, ну а здесь, в общем, сидят люди, играют. То есть сервер, конечно, маленький, играет мало, поэтому он не лагает как бы особенно. Но тут есть, конечно же, можно покупать предметы, все шопы. Также можно купить за реальные деньги себе крутые вещи, алмазы. И, в общем, быть самым крутым на сервере. Также покупайте админку, випку и бесплатные предметы. Все это будет очень круто. А также проходите паркур, который вот, который я в начале видео говорил, за который можно получить 1 миллион алмазов. Это правда. Потому что вот это вот паркур, если вы весь его пройдете, он довольно-таки непростый. Непростой, конечно. Но после этого вы пройдете в него, вот такой вот тут будет... такая вот штука будет. Здесь у вас будут яблоки, книги, кирка, алмазы и вот набор. Но после этого вы еще найдете вот это вот. Здесь вы найдете еще одно испытание. Это последнее испытание. А после него, конечно же, вы получите ваши алмазы. Вот именно в этих ящиках. Вы получите все зачарованное. Вы получите еще все зачарованное, еще... Ой, яблоко выкинул. Ладно. Как бы. Здесь вы тоже получите зелень невидимости и изумруды. Ну что ж, ребята. И после этого, конечно, вы получите еще миллион алмазов за то, что вы прошли этот паркур. То есть, есть, конечно же, топ игроков, которые уже прошли это, получили миллион алмазов. Всего набирается 10 человек. То есть после 10 человек уже этого не будет. Поэтому уже набралось где-то 5 человек, которые прошли это все. А я им, конечно же, отдал всем им по 5 миллионов алмазов. Вы представляете, это сколько алмазов вообще? Они себе накупили вон там, вдалеке, дома себе крутые. Ну, в общем, как-то так. Это Anti-Griffer Show был. Это первый выпуск. В общем, как-то так мы продолжим, как бы. Позже снимать. Вот еще маяк, кто не видел на сервере моем. Вот маяк есть здесь. Так что играйте, радуйтесь. И как бы не забывайте просматривать мои видео на ютубе. И в общем, всем пока. Ты поливаешь пулями, я поливаю матом. Конечно, я понимаю то, что это батл. Я бегаю с калашом, а ты с читами ползал. Надеюсь то, что это принесет большую пользу. Как это ты меня увидел через две стены? Такую магию полили раз 200 мы. Если ты шкера, приготовься, есть веский довод. Граната Гала найдет тебя стопудово. А я хочу играть как Лав или на Фаня, чтобы вам пулю в голове оставить на пене.